Знаки зодиака, которые не умеют прощать. Встречали ли вы когда-нибудь такого человека, который так лично воспринимает все, что вам приходится осторожно следить за своими словами, чтобы не обидеть его? Некоторые зодиакальные знаки имеют особую чувствительность. И это вовсе неплохо. Чувствительные люди обычно лучше справляются с трудными ситуациями, чем те, кто имеет толстую кожу. Каждому человеку принадлежит право на свои эмоции, и каждый имеет право выразить свою боль. Однако некоторые знаки зодиака предпочитают хранить обиду в себе и молчать. Они носят эту обиду долго, иногда всю жизнь, даже если вы искренне извинитесь перед ними. Они могут с трудом простить, но они никогда не забудут. Какие это знаки, чье злопамятство иногда переходит все границы? Телец. Телец, в общем, умеет прощать, но забывать – это не про него. Даже если кто-то извинился перед ним, это не значит, что он забудет, как этот человек причинил ему боль или задел его. Телец привязывается к обидам и часто желает отомстить, потому что он считает, что его чувства заслуживают большего, чем простые извинения. Кроме того, этот знак очень упрям, поэтому изменить его мнение и отношение к обидчику крайне сложно. Его недовольство будет с ним надолго, если не навсегда. Рак. Рак не выносит ссор и разногласий с любимыми людьми. Будь то большой конфликт или небольшой спор, это не имеет значения. Рак сохраняет обиду в себе, закрывается от окружающих и настойчиво отказывается обсуждать происшедшее или искать компромисс. Эта привычка является вредной и негативной. Однако рак четко осознал одну вещь: когда люди знают, что они могут играть на его эмоциях, они начинают использовать его. Даже после извинений, рак продолжает ощущать боль и дискомфорт, которые не исчезают сразу. Дева. Дева с огромным старанием заботится о своих близких, полностью посвящая себя для их блага. Все ее действия в жизни являются осознанными и преднамеренными, что иногда может усложнить общение с этим знаком. Более того, дева очень чувствительна, поэтому не стоит задевать ее неправильными словами или неудачными шутками. Даже небольшое промахнувшееся замечание может сбить деву с толку, и она может затаить обиду на долгое время. Если вы родились под этим знаком, вместо того, чтобы обижаться и замыкаться в себе, лучше поработайте над собой, чтобы не допускать, чтобы недовольство и обида подтачивали вас изнутри. Весы. Весы глубоко ненавидят любые конфликты и противостояния, поэтому, когда возникают разногласия или споры, они прилагают все усилия, чтобы предотвратить их возникновение и пресечь их в зародыше. Этот знак искусно притворяется, будто ему совершенно не больно, и тщательно скрывает свои негативные эмоции. Но это не означает, что у весов их нет. Они существуют и присутствуют в изобилии. Весы могут сдерживать свое недовольство, приобретая холодную маску и убеждая окружающих, что все в порядке. Однако не стоит верить этому обману. Весы помнят все происходящее и помнят надолго. В заключение, каждый из зодиакальных знаков обладает своими уникальными особенностями и реакциями на обиды. Некоторые знаки долго носят обиду, не забывая о причиненной им болью, в то время как другие могут прощать, но не забывать произошедшее. Важно учитывать эти особенности при общении с людьми разных знаков зодиака, проявлять внимание и чувствительность к их эмоциональным потребностям. Каждый знак имеет свою уникальную природу, и понимание этого поможет нам лучше взаимодействовать и строить гармоничные отношения с окружающими. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.